что, друзья, всем привет! Канал «Рыбалка в Норвегии». В очередной раз мы отправляемся в путешествие. Я сейчас нахожусь на пароме, который ведет меня в Ставангер. Ставангер – это нефтяная столица Норвегии. В общем, направляюсь в маленькое путешествие, чтобы половить с друзьями рыбы. Оставайтесь с нами. С вами подписка, лайки и комментарии. Спасибо, что смотрите. Приятного просмотра. Также в этом ролике ожидаются сюрпризы. Оба, Саня, смотри. Опа! Давай! Погнали! О, море, море, преданным скала. Также по дороге обязательно сниму какие-то красивые кадры, так как Норвегия красивая страна, и тут много есть чего поснимать. Так что, ребята, и вам самое время взять чашечку кофе или чая. И приятного просмотра. Едем мы в аэропорт встречать еще одного нашего гостя. Кого не скажу, всех держим все в секрете. Дальше в ролике огромные сюрпризы вас ждут. Так, добрались мы до аэропорта. И ждем нашего долгожданного гостя. Друзья, наконец-то он идет. Встречаем Ержанчик. Товарищи норвежцы. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Ну все, ребята, три мушкетера на месте. Так, Атос, Патос, я рад. Мы находимся с вами в Норвегии. Мне сказали, что здесь есть море. Какое? Северное море. И вот здесь много. Ты бы хоть появился для приличия? Давай присядь сюда, я буду петь. Для вас. Вот что я буду в кадре делать. Море вернулось, горн чаек, песней прибоя рассвет пробудив, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. Ребят, скажите, что вас объединяет, кроме рыбалки? Ну что, мысли не пришли никакие? Нет. А тебе пришли? Дружба. Дружба. А, хорошо. Опа. Опа, есть рыба, ребят. Серьезно? Маленькая, но есть рыбка. У-ху, еще одна золотая рыбка. Вообще. Она говорит, смотрите, отпусти меня. Отпусть, отпустил. Не знаю, много ли. Ой! 2000 создаст мировой хит. Отпускаю. Мировой хит я жанр Галиев. Желание. Ждите мировой хит уже в этом году. Осталось полгода максимум. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь. Ребята, взял у меня кто-то со дна. Какая-то рыба прям стоит, упирается. Вы посмотрите. Хорошая, хорошая, ребята. Это уже даже похоже бы, я сказал бы, на трофей, друзья. Очень хорошая рыба. Надеюсь, это рыба, а не водоросли, как обычно бывает. Странно, что-то она... Непонятно, она что-то не шевелится. Может, это все-таки водоросли, конечно, но... Нет, ребят, это рыба. Это 100% хорошая. На килограмма 3 как минимум или 4 большая рыба.
И сейчас она будет появляться в кадре. Да-да, ребят, это трофей. Очевидный трофей. Очевидный. Устал я ее уже выматывать. Очень тяжело идет она. Хорошая рыбеха взяла у нас. Как я ребятам и обещал, что дайте мне час, и я выловлю вам рыбу. Да-да, это что-то, ребята, вот она появляется в кадре, друзья. Вот она, красавица. Вот такая треска. Здорово. Стой. Вот такая рыбеха, ребят. Ну, это где-то, я думаю, под килограмм всего лишь. Вот настоящая треска, свежевыловленная. Супер. Ребята, супер класс, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Когда забудешь ты меня и на рассвете уплывешь, оставив память лишь букет увядших роз. Когда забудет. Ну что, ребят, половили какой-то рыбки, словили треску, сами видели. И, в общем, кидаю, пока ничего толкового у нас нету. Оба, Саня, смотри, чувак идет. Вообще похож. Да, помнишь Ержан Нургалиев из группы? Да. На Фейсбуке. О, офигеть, похож. Точно. Смотри, сейчас сюда придет. Спросим, может, это он, слушай? Да, спросим. Офигеть. Наш. Сейчас подойдет, ребят, спросим, кто это. Саня, так это Ержан Нургалиев. Ну, да не может быть. Ержан Нургалиев, это вы? Как вы меня узнали? Вообще, я офигеть, вот эта встреча, ребята. Мы вас видели по телевизору. Мы слушаем ваши песни, мы ваши подписчики в ваших группах. Также мы подписчики на ТикТоке. У меня полмиллиона подписчиков. И мне очень нравится человек, у которого имеет контент с рыбалкой. Это не вы случайно? А может быть. Да? Ну, я думаю, вот мы и встретились. Ребята. Ну что? Три мушкетера всегда вместе. Будем ловить русалок сейчас. А сейчас русалки на нашем канале. Так, ребят, ну вы сами видели, все-таки это оказался Ержан Нургалиев, вообще чудо несусветное. В общем, и сейчас он нас попросил, чтобы он попробовал половить рыбу. Он никогда этого не делал. Сейчас, вот так крутим. Вот так, по-моему, да? Руку зажимать. Теперь да, что? Зажимайте вот шнур. Крючок, в общем, вот так вперед. Да, вот это вот да. И так. И теперь закидывай, правильно? Ну и теперь размахивайтесь и отпускаете вот это вот. Да, вот это. Хорошо, пальцы отпускаете. Да, пальцы отпускаете. Ну, пробуем, да? Ну давай, с Богом. Где он? Ну, Ержан, для первого заброса это очень-очень-очень здорово. Я поздравляю, вы прям настоящий рыбак. Вы не только певец, но и рыбак. А, вот там еще дело. Вот так? Да, и потихоньку. Я видел по вашему каналу, что вы когда-то делали. Правильно делали? Очень правильно, очень классно. Сейчас, если вы словите рыбу... В чем наш секрет, Домбик? Секрет в том, вот как... Дернуть, да? Да-да, подсечь, засечь рыбу на крючок нужно. Да, так. Первый раз ничего нет? Ну ничего страшного. Пробуйте еще раз. Да, пробуем. Закидывай. Не, ну это уже очень далеко, Ержан. Со второго заброса научился человек закидывать. Да, теперь спускайте ушку, все верно. Да-да. Потихоньку. Не спешите. Опа! А вот и, друзья, первая рыба. Первый проект. Это символично очень, ребят. Ержана Нургалиева. Ребят, ну что, наше желание в наших руках. Так, ну, ребят, я буду не я, если я не попрошу Ержана спеть для нас какую-то красивую песню. Күндізде, түнде де, сені іздедім. Кімсің сен, қайдасың, соны біледім. Бірде барсың, бірде жоқ, сен бір елесің. Түнімде, таңымдай, маған келесің. Thank you.
на место силы в Норвегии. Так, здорово. Ребят, смотрите, что случилось. Скоро вы его увидите. Все.